Торопишься? Да надо в одно место. У меня там есть. Ты как? Да я же не пью, вы знаете. Да и вам не надо, Павел Петрович. Знаю. А куда это ты торопишься? Слушайте, так сегодня 6 января. Ну, 6 и что? Как это что? Василий Васильевич в прошлом году 6 января куда-то торопился. И в позапрошлом. Тут замешана любовь. Дошло до тебя наконец. Признавайтесь, Василий Васильевич, жениться надумали? Господи, уж женился бы наконец, а, Василий Васильевич? Будете брать? Нет, пока посмотрю. Ну, хорошо. Ладно уж, бегите. Сегодня заведующий нет, мы вас заменим. Правда? Да идите, идите. Спасибо. Спасибо, Лидия. До свидания. Ой, чудо в перьях. Звоните пока, у меня занято. Спасибо. Алло. Здравствуй, Агнес. Это я. Я в твоем районе. Хорошо. Я жду. Я бегу к тебе, Агнеса. Ага. Ой. Я буду через 7 минут. Вы нет, что? Через 5. Совсем? До свидания. Да? Обнаглели. Вы ко мне? Да-да-да-да, вы, мужчина, на балконе. Вы что? Я так не оставлю. Гражданин, будьте свидетелем. Вот этот гражданин бросил в меня елку. А кто же, если не вы? Вы извините меня, я тороплюсь. Не волнуйтесь, не сердитесь. В такой день. В такой день? Он же убить меня мог. В такой день. А вы извините его, простите, в такой день. Заладил, в такой день, чудик какой-то. Милиция! Как квартира новая? Да квартира-то ничего, приличная. Но соседи. Вася Лося звонил? Да. Ну, значит, сейчас прибежит. С гвоздиками, с шампанским, как всегда. Нет, мам, ты молодец. Окрутила мужика на всю жизнь. Зина, не шути так. Да какие уж там шутки. Ведь окрутила, правда? Пап, небось ревнуешь. А что? Он мужик, ничего. Я его, правда, давно не видел. А в детстве каждую неделю получал подарки от дяди Васи. Вы, старики, умрешь с вами. Ну, хватит. Пошутили и хватит. Да-да, хватит. Спасибо за стариков. Ну, мам. Лесу родилась, ёлочка, в лесу она росла. Максим, Настя, ну немножко потише. Кашель у него прекратился? Прекратился. О, Вася, Вася. Пойду открою. Боря. Здравствуй, Боря. Проходи, проходи, давно ждем. О, Агнеса, с днем рождения. Спасибо. Здравствуй, Вася. Успехов тебе. Счастья, здоровья. Спасибо. Очень рада тебя видеть. Проходи. Да, действительно, проходи. Ну что в коридоре стоять? Это тебе, Боря. О, спасибо. А Максимка где? Настя? Да вон играет. Да? Здравствуйте. О, выросли-то как. Это тебе, Максим. Спасибо. Настенька? Спасибо. Заходи. Ты же знаешь, тебе всегда здесь рады. Здравствуйте, Зиночка. Петя, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так, вот тебе стул. Мы вас очень ждем. Ну, что же? Максим, смотри, этот дядя бабушкин жених. Ну да. Ну, за именинницу? Да-да, за тебя, Агнес. Спасибо.
Мамуля. Но. Садись. Ешь, Вася. Погодка-то какая-то не зимняя. Как не январь. Да. В январе тепло. В марте прижмет морозец. Вообще что-то правда с погодой. Говорят, это от спутников. Я недавно слышал, что... Господи, не мели ерунды. Ты собираешь старушечьи сплетни. Ой, простите, ты меня, наверное, я на минутку, можно? Беги. Да? Алешенька, ты? Здравствуй, маленький. Кто бы знал, как она мне надоела. Ничего, мой хороший, мы с папкой скоро приедем. Слушай, тебя никто не заставлял жениться. А женился, терпи. Да терплю. Что мне еще остается делать? Ты не бойся, она не слышит. Когда с Алешкой разговаривает, тут хоть бомбу взрывай. Ничего не услышит. А ты ведь кто же? Не дури. Хорошо, да. Умница. Ой, чуть не забыл. Что такое? Мне ж бежать надо. Меня ждут давно. Ну, Васька, обижаешь. Да нет, у меня свидание. Очень важное. Деловое свидание. Важно очень. Ай, черт. Ну что ж ты так, ей-богу. Да нет, это у меня это... Спасибо. Счастья тебе, Агнес. Спасибо, Вася. Ты забегай к нам почаще. Пойди в сухомятку питаешься. Давай, заходи почаще. Это не дело друзей забывать. Ну? До свидания. Пока. О, слушай, я тебя, пожалуй, провожу. По-моему, юноши решили объясниться. Тут недавно были в командировке. Ну, выпили с приятелем, подходит одна. Глазенки остренькие, так все при ней. Слово за слово. Пошли ко мне в номер. Сели, посидели. Она глазенками стрель-стрель, чего, мол, зря сидим, понял? И только тут я сообразил, что мне далеко не 25, Вася. Думаю, зачем я эту канитель затеял? Да и позориться тоже неохота. Не, я говорю, все, вставать надо рано. Спать. Ну, ты-то как, жениться не надумал еще, горе луковое? Не надумал. Их ты, юморист. Все, небось, Аньку мою ждешь? Жду, Боря. Жду. Эх, чудной ты мужик. Неразгадуемый какой-то. Пора бы уж взяться за ум. Ну, молодежь-то ей положено беситься. А ты-то чего? Проморгал жизнь. Ни семьи, ни детей. Ничего. Из-за блажи какой-то. Любовь. Какая любовь. А уж в твои-то годы, я не понимаю, чего ты в моей Аньке нашел. Ой, ну ты рассуди трезво. Ну чего в ней особенного-то? Ну что? Боль, отдай мне ее. Не обижайся, отдай. А? Дети у вас большие, самостоятельные. А ты найдешь себе другую. Тебе же это ничего не стоит, правда? А? Ты изменял ей. И никогда ты ей не дорожил, я знаю. Ну, а я не могу без нее. Боль, пробовал с другими, не могу. Дай мне пожить на старости лет, Боль, а? Вот сейчас приду домой, а там пусто, замучился я. С ума боюсь сойти. Опять. Слушай, может, у тебя болезнь какая, а? Ну, а что, может, тебе полечиться надо, а? Ну, что здесь такого? С каждым может приключиться. Ах.
Ты знаешь что? Я тебе так скажу. Мы свое отругались, отбесились. Ну уж, знаешь, кто услышал бы твой разговор, полег бы со смеху. Ну что это такое? Отдай мне жену. Ну, юмор. О, кстати, полно юморных ребят среди нашего народа. Недавно выпить с приятелями захотели. Заходим в магазин, встали в очередь. Тут бегает один, кричит, кто последний за циррозом печени. Сразу пить расхотелся. Слушай, может тебе квартирант как упустить, а? Вон их сколько желающих. Ищут жилплощадь, все веселее будет, а? До свидания, Боль. Ты, Борь, извини. Я пошутил. До свидания. До свидания. Месяц назад ехал я в поезде к сестре в Свердловск. Идешь по вагону, и вдруг навстречу женщина. Ну, вот, не верите. Да наизусть сказки твои знаю. Ну, выпил чуток. Милые дамы, ну, почему вам это не нравится? Ведь когда я выпью, я людей больше люблю. Угу. Талантливее люблю. Да-да. Вот если бы за дуру сплатили, он бы давно уж миллионером был. Вот опять. Зато с ним весело. Да, весело. Рассуждает академик просто. Академик? При чем тут академик? Московское время 15:00. Маяк рассказывает о новостях. Уберешь сама, ладно? Будешь сделано. Вася, а? Мне тут, знаешь, два билета достали в театр на завтра. Пойдешь? Ну, что ты мямлишь? Ну, сказал бы, не пойду. И дело с концом. Наконец-то. Мог бы и помочь. Но не умерла, ведь справилась. Вот-вот, только умереть и остался. Ну, началось. Ой, смотри, что это он сегодня? Поздравить с чем-нибудь. С чем поздравлять? Он придумает. А, Вася, привет. Иди, иди, я понесу. Здравствуй, Вася. Ну, пошли, пообедаем вместе. Пошли, пошли, Вась, действительно, смотри. Анна тут понакупила всего. Да и наливочка где-то прячет. Ну, не намекай, без наливочки веселый. Пошли. Нет, я спешу. Ко мне сегодня друзья придут. Обещали приехать. Ага. Так что я побегу. Сегодня знаменательный день. А что? Зинаида ваша
в этот день замуж выходила, помните? Ой, правда. Я не понимаю, как это помнишь все, Вась? Ведь тебя даже на свадьбе-то не было у нее. Ох, и памятливый ты. Поздравьте Зину от меня. Конечно. А я побегу. Я ведь так на минутку забежал. По пути. Как бы не опоздать? Ну, давай, давай, раз надо. Заходи почаще. Ой, нехорошо, я не позвонила, не поздравила. Да она сама не помнит, я уверен, тоже мне юбилей. Хочешь что-нибудь? Нет, здесь не сдаю. В основном снимаю. Это на 11-м трамвае до улицы Павла Корчагина. А там пару минут пешком. Вы, словом, прекрасный вариант. Но дорого. А ты чего? А вы, случайно, не сдаете ничего? Сдаете или нет? Да, я... Ясно. Что здесь? 120 в месяц. Какой этаж? Вова, телефон есть у вас? Повторяю. Я согласен, согласен. Я же без телефона. Ну что, скучаешь, бать? Квартирку, небось, хочется. Да у меня есть квартира. Так ты сдаешь? Только тихо, батя, тихо, я сниму на любых условиях. Только тихо. Давай, кто здесь ничего не сдает? Прошу разойтись. Это просто мой приятель, мне жирно стресси. Ну как ты, дядька, 100 лет тебя не видел. А тетя Нюша как, жива пока? Такси! Ну, детишки, вы плохо заканчивали. Садись, дядька, садись, поехали. Трогай, шеф. Говори адрес, батя. По лицу твоему вижу, что хату ты сдаешь недорого, так ведь? Да нет, нет, я там делаю. Газуй, шеф. Сосед у меня еще. На заработки уехал, в Сибирь. Так у вас с соседями? Да, и он скоро приедет. Через 2 года. О, ну 2 года, совсем другое дело. Повезло мне с тобой, батя. Ты как понимаешь ситуацию, срочно жилье нужно. Это ж дворец. Это ж музей-усадьба. О. И даже санузел разделили. Ну, словом, по рукам, батя, по рукам. Назначайте цену. Кстати, добавлю вам, что при всем великолепии это далеко не Хилтон. В общем, я на вашем месте больше полтинника в месяц не попросил бы. Да дело не в цене. Дело в том, что... Ну, понимаю, трудно говорить о деньгах. Давайте станем друзьями, а? Друзьями? Да я даже не знаю. Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо. Вы когда съезжаете отсюда? Уезжаю. Когда можно вселяться? А зачем? Не надо. Как? Ну, ты, Ильф и Петров, морочишь мне мозги. Чего же не сказал, что угол сдаешь? Квартира. Квартира – это когда один, без соседей. Ну, что делать? Найдете что-нибудь другое. Вы человек деятельный. Не пропадете. Деятельный. Не один я, бать, с девчонкой. С кем? С девчонкой, в общем, с женой. Одному-то мне в общаге раздули. Вот что. Я расположусь с соседа. Ключ у меня есть, сосед не обидится. Мы с ним друзья. Да какая разница? Все равно ведь комната получается. Мне квартира нужна. Квартира! Ах, какая досада, чертик. Какая досада. Ты странный мужик, батя. Чего вдруг зауважал меня? Да что тут странного? Как не уважать человека, который любит? Молодой семье надо помочь. Я же не знал, что вы вдвоем. Не расписаны мы с ней, батя. Тебя... То есть вас это не смущает? Разве в этом дело? Разве в этом? Была бы любовь. Ха. Веселый вы человек. Мне такие нравятся. Ну ладно, батя, по рукам. О, оригинальный у вас сосед. Да. Пыли-то сколько. Как вас зовут? Василий Васильевич. А я Женька. Ну вот и славно.
пошлю. Уже пришли? Что задумал, Сюсь? А я клубник купил. Сейчас отведай. Что случилось? Что? Она там, ты здесь. Вы поругались? Чепуха. Ах, Женя, Женя, так нельзя. Нельзя так. А что нельзя? Ей одиноко, она страдает. Ты, в конце концов, мужчина. Ты должен первым... Ничего не произошло. Мадам изволили обидеться. А чего обижаться-то? С Нинкой я в последнее время совсем не встречаюсь. Может быть. Ах, Женя, Женя, твое легкомыслие. Любовь беречь надо. Чего вы ко мне пристали? Сам разберусь. Я вижу, у нас с вами на любовь взгляды разные. И вообще, по-моему, про любовь, доброту и т.д. одни неудачники рассуждать любят, а я ненавижу неудачников. Это ты про меня? Да нет, я не про вас. Ну, не переживайте. Вы хотите с Люськой помирюсь? Момент. Чем у тебя волосы пахнут? М? Ну, шампунем. Чем же еще? Ой. Вынужден вас покинуть, молодые люди. Иду к приятелю на день рождения. Ну, что делать надо? Вернусь поздно. Рано-то разве отпустит. Так что извините. Не скучайте. Жалко. А как же клубника? А клубнику будем есть завтра. Я еще куплю. Нет, завтра мы купим. Завтра наша очередь, да, Жень? Да, завтра мы купим. До свидания. Почему ты здесь? А, это вы. Почему ты здесь, Жень? Да ну я. Спокойной ночи, Василий Васильевич. Так нельзя, Жень, так нельзя. Будьте другом, ложитесь спать. Не вставайте. Жень, помирись, прошу тебя. Одно твое хорошее слово, и она чуть не плачет от радости. Зачем же ты ее обижаешь? Да какое вам-то дело? Сам знаю, как жить. Меня все равно не обидишь, а ты когда-нибудь все поймешь. Помирись, прошу тебя, Жень. Катастрофа. Люся. Не надо мне одолжений. Можешь вообще идти к своей Нинке, да? Ладно, все, все. Помоги. Потом наведешь марафет. Спасибо. Все марафетится, марафетится. Хм. Есть для кого. Вот и марафетюсь. Марафечусь. Указывать мне не надо. Кто указывает? Помоги, говорю. Марафетиться есть и для кого. Если надо, я тоже найду, для кого марафетиться. Невелика трудность. Дай-ка. Да-да, что-то долго ищешь.
Ты меня доведешь. И этот молчит. Пить он, видите ли, бросил. Если не пить, так значит молчать? Сычом. Да. Сейчас. Василий Васильевич, вас. Молоденькая. Спасибо. Слушаю. Это Василий Васильевич? Да, слушаю. Это Зина, здравствуйте. Алло. А, да-да. А какая Зина? Дочь Агнесы Федоровны. Помните меня? А, Зиночка, да-да. Молодец, что позвонила. А что случилось? Меня мама просила найти вас. Дело в том, что мама в больнице уже неделю. Врачи сказали вчера, что будет операция. Одним словом, мама просила, чтобы вы пришли. То есть, как ты говоришь? Агнеса в больнице? Да, в больнице, в 20-й больнице. Меня плохо слышно? Все, я передала ее просьбу. До свидания. Я к Захару, и проводите меня. Вон, регистратура, там вам все объяснят. И не волнуйтесь, не волнуйтесь, это дело не поможет. Ага. Ты зачем здесь? Здорово, Вась. 18-ю палату к Захаровой. У вас помечено, я предупреждал. Он-то зачем тут? Да мама просила. Что у меня болит-то? Не надо. Ты лежи, отдыхай. Тяжело мне, Вася. Так тяжело. Душа рвется. Не от боли тяжело. Сама не знаю от чего. Тебя вот позвала. Ты всегда успокаивал. Всю жизнь успокаивал. Всю жизнь. Видишь, какая жизнь-то наша. Пока на ногах крутишься, вертишься. А как прихватило, так и страшно стало. Может, неправильно крутилась да вертелась. Я что-то не то. Не то, что-то я говорю-то. Вася, Вася, ты не обижайся на меня, Вася. Не обижайся, Вася. Для меня теперь твоя обида страшнее всего. Какая обида? Мне тебя благодарить надо. Моя или чужая? Главное, ты есть. Вася, Вася. Время истекло. Еще 5 минут, можно? Тяжело тебе, Вася. Жалко мне тебя. Внуков, да тебя жалко на этом свете. Как ты измучил меня. Может, я от жалости-то и помираю. Ой. Да. Нет. Не то. Не то, что-то я говорю.
Я благодарна тебе, Вась. Ты, может, оправдание всей моей жизни. Вчера вот вспомнила, сразу легче стало. И помирать вроде не так страшно. Ну, ты иди. Иди, Вась. Приходи завтра. Я тебя ждать буду. Василий Васильевич, может, пообедаешь? Я тороплюсь. До свидания. Я убегаю. Да, его невозможно вычислить. Чудак. А по-моему, он очень несчастный. И добрый. Да, прям скажем. От такой доброты иногда хоть на стену лезь. У меня ощущение, что какая-то нелепая тайна связана у дяди Васи с этой женщиной. Ты злой, Женя. Я злой? Я просто серьезный мужчина, а он размазня. Пора идти тебе. Хотела я тебе что-то сказать, да вот не получается. Во сне даже снилось, что говорю с тобой о чем-то важном. Сейчас не помню. Да, Вась, если что, поглядывай там за моими ребятами. Хотя что я говорю, они молодые и здоровые. За тобой-то кто приглядит? Все будет хорошо. Врачи говорят, нет опасности. Да дело не в них. Я сам знаю, ты поправишься. И я тебя заберу. Я заберу тебя, Агнес. Вася, Вася. Ты поимел бы совесть, Вася. Ведь у нее же завтра операция. А? Надоедать ей, говорю, не надо. Понял? А, и ты бы. Ты не поймешь. Ты что, не слышишь, что я тебе сказал? Ты злишься, Боря. Ну вот что. Знаешь что, чтобы я тебя больше здесь не видел больше. Разулыбался. Граждан, вы же не на рынке. Папа, успокойся. Да я спокоен. Я уже свое отбеспокоился. А ты, Вася Василек, больше в чужие дела нос свой не суй, понял? В чужие? Это ты в чужие дела вклинился, Боря. Вот так. Кто ты такой? Кто ты есть, Агнесе? А? Да никто. Ты жил с ней, спал. Рубашки она на тебя стирала. Зарплату ей давал. Вот и все. А я? Ты даже не знаешь, что это такое. Всю жизнь за дурака меня считаешь, за несчастного. А ведь это еще неизвестно, кто несчастный. Презираю я тебя, Боря. Всю жизнь тебя презираю. Знай это. Папа, успокойся. У тебя же сердце больное, не волнуйся. Ну, хватит, хватит. Шел вон. Еще раз у родителей увижу, пеняй на себя. Появляться у нас.
Я решила прийти к вам, потому что мне поговорить с вами надо. Говори. Мы все вас любим. Вы знаете это, вы хороший человек. Но я прошу вас, не приходите вы больше к родителям. Но что это за любовный распри на старости лет? Смешно просто. Отец чуть не слег из-за вас. Ведь он не юноша, у него сердце. Да и вы-то тоже. Словом, пожалуйста, к родителям больше не приходите. А Петю простите, он ударил вас. Ничего, ничего. Значит, выздоровел, если так бьет. Маленький все болел скарлатиной. Худенький был, бледный. Значит, выздоровел. А вообще-то я вас уважаю. Ничего, ничего, все хорошо. Скажи, только как операция? Благополучно. Через неделю уже домой выписывают. Ну, я пошла. Скажите, пожалуйста, у вас моя открытка? Молодой человек, дайте, пожалуйста, вот эту красную книгу. Хорошо, спасибо. А теперь, пожалуйста, дайте желтую и голубенькую. Вы что, товарищ? Товарищ? Дайте жалобную книгу. Безобразие. Я буду жаловаться в книготорг. Безобразие. Что у тебя стряслось, Вась? Ну, поделись. Может, успокою? Вась, ну, зайди ко мне как-нибудь. Хоть сегодня. Как отчимой всю жизнь от меня шарахаешься? Красивый ты, Тонь. Злая я. Злая. Кому моя красота нужна? Только ведь и меня понять надо. Я понимаю, Тонь. Я все понимаю. Я всю жизнь думала, что слабый ты. А ты сильный, страшно сильный. Только вот ведь горе и тебе, и всем. Одни несчастья твоей силы. Дурацкая эта сила. Ну, когда ж ты загуляешь, Паша? Все веселее будет. Ну! Мы тебя проводим. Да, они врет. Проводим, проводим, проводим. Страшно сказать, Паш. Я ведь смерти ей желал. Да, желал. Думаю, умрет, если моей. Навек моей останется. Попробуйте, попробуйте. Да. Это очень вкусно. Ты говори, говори, Вася. Легче будет? Не будет. А мне легчает, когда наговорюсь. Люблю поговорить.
А слушать никто не хочет. Жена только. Она у меня терпеливая. Хоть сутки будет сидеть и слушать. Я и взял ты ее за это. За это? А как же? Мало того, что жалеет мне дурака, еще и слушать не отказывается. А я ведь своими мыслями кого хочешь до злобы доведу. Она слушает. Иной раз лежу и рассуждаю вслух. Так поговорить охота. Просто жуть. А на утро спрашиваю. Спишь? Нет, Паша. Слушаю. И все обдумать стараюсь. Только не понимаю. Куда мне до тебя? Не любишь ты ее, Паша. Не нужна она тебе. Нет, нужна, Вася. Необходима. А про любовь в наши годы, как-то и говорить, неловко. Постарел, привык. Ко всему привык. А ведь раньше я бил ее, Вася. Не со зла. Побью. Она такая маленькая сделается, тихая, как собачонка. Такая жалость возьмет. А жалость, она любви сильнее. Так и бьешь, чтобы жить? Нет, сейчас не бью. Сейчас и без битья понял, что жальче ее нет человека. Ты не смейся, Вася. Каждый к жизни по-своему приноравливается. Побори ты себя лет 30 назад. Сейчас бы жил нормально, ко всему привык. Я ведь судьбу твою вижу. Все по глазам видят. Такая в них тоска. Господи. Когда же я устану от этой доски, сломаюсь и другую жизнь начну? Я ведь плакал, Паш. Много раз плакал. И в голос, и тихо. Под одеялом. И Богу молился. Много раз молился. На колени падал. Думал, поможет. Люди вон веками молились. Кому-то помогало. Отгуляли. Нет, не отгуляли, только начали. Закажи, Паш, что-нибудь. Побольше заказывай. Не самого шуми. Дорогого заказывай. Не шуми, Вася, за это бы рассчитаться. Что? Хорошо, я сейчас попробую. По-моему, да, вкус. Вася, ну куда ты? Куда ты столько? Куда? Что? А о деньгах, что ли? Ну? Деньги. Я их всю жизнь копил. Да-да. Для Агнессы. Думаю, придет. Кину ей под ноги. На, бери. Все твое. Вася, сколько ж ты денег накопил? Сколько накопил? Сколько ты пропил? Много! А что, Паш, начнем новую жизнь, а? Начнем! Пора! Не шуми, Вася. Не шуми. А что? А жениться тебе надо. Вот хоть на тойке нашей. Уж какой год она тебя обхаживает. Антонина, уж брать ты к молоденькую. Вон их сколько. Одна одной лучше. Пойдем домой, Вася. Пойдем. Завтра догуляем. Нет, догуляем у меня. Пойдем. У меня догуляем. Все. Вот, вот так это. Вот так это. Вот так это. Вот так это.
Перебивай. Дурак я, Паш, вцепился в бабу и страдаю. Ай, а жизнь-то уходит, уходит. Но не ушла еще. И я свое наверстаю. Вася, не шуми. Ты что? А? Я сейчас дверью хлопну. Ну, брат, перебрал, перебрал. Хлопну дверью в подъезде. Никогда не хлопал, все за другими придерживал. И так всю жизнь, всю жизнь. Идем, Паша. Ох, что ты надумал? Вот так. Лиха беда начала. Сбегутся. Милицию вызовут. Вася! Входи, Паш! А, вы пришли? Мы пришли. А я ухожу. Передайте Жене, что я не вернусь. А можете вообще ничего не говорить. Да он и не спросит. Ой, мамочка. Вася, родной, можешь поспать, а? Дай Вася, Василий, что с вами? Что с вами? Что случилось? Что вы с ним сделали? Что сделали? Вас болит что-нибудь? Вася, Васильевич, сюда ложитесь. Не надо. А я за вами ухаживать буду. Наливай. Что у вас болит? Может быть, таблетку? Наливай. А чая хотите? Сейчас Женька придет. Ну, отстаньте. Господи, от меня. Да что же это такое? А я от Женьки ухожу. Ну не у Нинки же он. Василий Васильевич, как вы думаете? Вот что значит с непривычки. Устала? А врач когда? 5 обещал. Угу. Еще неделю ходить будет. Неделю? А? Ну, а через неделю махнем на юг. Насчет путевок я уже говорил. А то когда мы уж с тобой в последний раз вместе на юге-то были? Ты был 2 года назад. Ну, не надо, ты же сама тогда отказалась. Ну, ладно, Борь, поезжай один, а я с ребятами останусь. Да нет. Да и Настя что-то приболела. Я один, конечно, не поеду. Молодец. 100 лет его не было. Слава Богу. Я уж беспокоилась, что с ним. Шашлык сейчас сделаем. Он же любит шашлык. Ага. И мусор поможет тебе с балкона вынести. И мусор вынесем. Вася! Простите. Пойдем, Боря. Пойдем. Вы ко мне? К вам. Заходите. Я по делу. Мне поговорить с вами надо. Хорошо. Проходите.
нос? У вас, товарищ, проживают двое молодых людей, так? Да, проживают. Хорошо живут, душа в душу. А вам не кажется, что это безнравственно? Способствовать сожительству двух людей, не состоящих в законном браке. Вы пожилой человек, на хорошем счету на работе, я узнавал. А поощряете беззаконие, пошлость. Вам не стыдно? Вы заблуждаетесь, дорогой. Ребята любят друг друга. Существует закон. Но существую я. Я никому не дам их в обиду. Вы кто такой? Я? Я член комитета комсомола. Да-да, член комитета комсомола того института, где учатся ваши пошляки. Я требую прекратить это безобразие. Вы не правы, юноша. Я прошу вас уйти. У вас хорошие глаза. Выслушайте меня. Я год, целый год встречался с Люсей. Мы жили в доме под снос, в Сокольниках. Там целый район под снос. Но это не важно. Мы хотели пойти в ЗАГС, но вдруг... В общем, этот Женька поманил ее, и она убежала. Мне было нехорошо. Да, нехорошо. Я думал, пройдет, но не проходит, а хуже и хуже. Даже не хуже, нет, я не знаю, как про это сказать. Вы старый. Вы, наверное, не поймете, если я скажу про любовь. А я люблю. Да, люблю. Он Женька, он не любит. Я знаю, точно знаю, он не любит. Он гуляка, бабник. Неважно, кто он, неважно. В общем, он не любит. Не умеет. Ну да, да, придурок я, придурок. Можете смотреть на меня как угодно, как на идиота. Только сделайте что-нибудь. Я вас очень прошу. Я заплачу. Ведь вы старики, вы умеете хитрить. Ну, пожалуйста, схитрите что-нибудь, сделайте. Выгоните их, я вас очень прошу. Как звать тебя? Меня? Володя. Володя. А чего вы здесь сидите? Ты куда идешь? В институт. Я часа через три приду. А чего домой не поднимаетесь? Часа через три? Да. Вы чудак, Василий Васильевич. Милый чудак. Я пойду, хорошо? Ступайте домой. Женя! Вот что, Женя. Я... Я давно хотел с тобой поговорить. Ну? Вопрос непростой. Ну, хотя... Хотя, я думаю, ты не будешь расстраиваться. А что? Видишь ли... Понимаешь, Люся, она... Ну, ясно, ясно. Все-таки фантастический человек вы. Другие детей родных так не опекают. Ну, нормально у нас все. Нормально. Женя!
Женя, я не про то. Что с вами? Видишь, Женя, ты не знаешь Люсю. Нет, в этом ничего нет плохого. За тебя любая пойдет, любая красавица. Про что вы? Видишь, Женя, Люся больше не любит тебя. Это не ваше дело, что за шутки? Нет, я не шучу. Я сам видел. Я видел сам. Я видел сам. Нет, Люсь просила меня молчать. Ну, словом, молчать я не могу. Вчера вот тут был любовник ее. Заткнитесь! Так не бывает. Бывает. В жизни все бывает. Пойми меня правильно. Ты найдешь себе другую. Тебе ведь не трудно найти, правда? И что тут было? Тут все было. Ну, было все. В общем, тебе надо уходить. Забирай вещи и уходи. Ну что ж, прощайте, добренький дядя. Только не подумайте, что я поверил вам. Просто я устал от вас, такого добренького. На рынок забежала. Сейчас салат будет. Жень, Женя, иди помогать. Люся. Что? Может, ты и расстроишься. Это всегда неприятно. Да о чем, Василий Васильевич? Поверь, нет причины расстраиваться. Что-нибудь случилось? Ну, как сказать... Ой, да вы больны, Василий Васильевич. Я давно болен, поэтому я хочу сделать, чтобы ты не была больна. Женя! Жень! Люся! Люся! Где он? Только не обманывайте меня и не утешайте. Говорите, где он? Люсенька, он не нужен тебе. Ты сама скоро поймешь это. Не расстраивайся, ты еще будешь счастлива. Он ушел? Но ведь этого не может быть. Да, он ушел. И никогда не придет. И не нужно, чтобы он приходил. Это я ему сказал, чтобы он не приходил. Вы? Да. Ты пойми. Для него что ты, что другая, что третья, все равно. Я знаю таких, как он. Ох, как я хорошо знаю этих Борисов. Я ничего не понимаю. Вы его выгнали. Василий Васильевич, этого ведь не может быть. Может. Люсенька, может. Я знаю, ты не осудишь меня. Я сделал так, как лучше для тебя. А ты? Ты должна понять одного человека. Ты знаешь этого человека. Он очень хороший человек. И надо обязательно сделать, чтобы вы были вместе. Вы его выгнали? Зачем? Верните его. Нельзя. Он никогда не вернется. Никогда. Я про тебя наговорил ему. Наврал. Он тебя никогда не простит. Наврал? Люся! 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 Люся, вернись! Люся, вернись! Люся! Вернись! Ну, пожалуйста! Люся,
Но поверь мне, все будет хорошо. Вот увидишь. Не прикасайтесь ко мне. Люся. Вы непонятный и страшный человек. Я страшный? Да вы. Да ты что, Люся? Ну как тебе не сын? Ну, я прошу тебя, останься. Отойдите. Я все делал для того, чтобы тебе было лучше. Люсенька, не уходи. Не трогайте меня. Ну что ты говоришь? Я вас презираю. Вы хотите, чтобы все были такими, как вы. А я все равно его верну. Люся. Не трогайте меня. Люся. Хоть одна елочка, а? Ну, где найдется-то молодой человек? Нет уже. Нет, елок. А еще-то будут? Нет. Нету больше. Ну, что вы, Новый год через 3 часа. Ну, какие елки? И там нету. С праздничком. Всех вам успехов. А спасибо. Вы дома, да? Гостей ждете? Нет, никого не жду. Нет? А елочка у вас есть? Нет. Ну как же так? В Новый год без елки. Сейчас, подождите. Вот, пожалуйста, наряжайте. Спасибо. У нас там гость, если что, заходите. Нет, мне не здоровится. Полгода прошло. Выздоровела. А я подруге заезжала, она тут недалеко живет. Вот решила к тебе зайти. На минутку. Один сидишь. Мы тоже с Борисом. Ах, спасибо, куда мне? Мы с Борей тоже вдвоем встречаем. Ага. Дети куда-то за город укатили. Внуков нам оставили и укатили. Что ж ты к нам не заходишь у вас? Вон и Борис всегда о тебе спрашивает. А я бы зашел. На днях бы зашел. Я все собирался, да откладывал. Идти мне надо. Мне остается пожелать.
и всем телезрителям, конечно, чтобы Новый год... Что ж теперь поделаешь? С Новым годом тебя, Агнес. И тебе дай Бог всего. Соседка звонит, пойду открою. Да и мне надо идти. Бабушка. Ну, вот она, наша бабуля-путешественница. Боря, я... Она этого... Тут... Васька. Серьезный какой. Пропал и в ус не дует. Здорово! Вася, Вася! Здравствуй. Здравствуй. Я знал, что ты сюда заедешь. Мы сейчас с тобой будем елку. И правильно. Мы вот с внуками тоже подумали, решили, махнем к дяде Васе, к деду Васе. А то он один, мы одни. Ну, что нам в одиночку-то мается? Спасибо, Боря. Да, вот я все, что было на столе, сгреб и сюда. Молодцы. Так, а вот эту игрушечку мы вот на это вот место. Ну, а вот это у нас будет вместо Деда Мороза. Дед Мороз будет это у нас. Насенька, подвинь, пожалуйста. Хорошо. Боря, ну, ты как поставь тарелки на ту сторону. С тарелками. Мы тут елку наряжаем, а ты будешь с прозой. Так, смотри, не получается. Так. И сколько игрушек, дядя Вася? Поставь туда. Сейчас, много. Чего высоко поймать. Так. Ну, хорошо. Что вы же принесли, зайчик или это старик? Фужеры надо перевернуть. А вот наша бабушка. И у меня все готово. Пожалуйста. Ну, что? Старуха. Укладываем мелюзгу и кутим. Настасья, вы как прошу. Никаких. Все, все. Бай-бай. Паша, о, заходи. Ну, признавайся. Не ожидал? Не ожидал. А мы думаем, чего там Вася один мается? Дай, думаю, его развлечем. И сами развлекемся. Ну, правильно. Я вижу, у тебя гость. Да, ничего, ничего, ничего. Давайте, раздевайтесь, раздевайтесь. Я сейчас стулья принесу. Нам новые гости. Неудобно, может, пойдем? Ну, чего там? Свои люди. Раздевайся. Так. Погоди. Вот так. Здравствуйте. Да. Ну, знакомьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим. Это вам. Спасибо. Проходите. Здравствуйте, с наступающим. Паша, с Новым годом. Спасибо. Паш, проходи, проходите. Садитесь. 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 Вот прямо напротив меня садитесь. Так. Туман, вей тикет. Ну, Новый год же скоро. Паш, желание подай, надо загадывать. Да, вот это. А в этом году говорят, что задумаешь, то и сбудется. А вот мы сейчас попробуем. О. Извините, это соседка. Ага, ну что ж, соседка пусть приходит. С Новым годом! А это мы, Василий Васильевич. Здравствуйте, Василий Васильевич. С Новым годом, с новым счастьем. Ребята. Ну, заходите. Да, давайте. А что же это за молодежь так? А я вот здесь, у стеночки. Ой, вас гости не может О. быть, а мы думали вы один. Василий Васильевич, мы не помешаем. Василий Васильевич, мы сегодня в ЗАГСе были. Ну, можете нас поздравить. Да, поздравьте нас, Василий Васильевич. А это корешок мой, Вовка, отлично. Ну как же. Здравствуйте, Василий Васильевич. Мне вас очень много рассказывали. Эй, время молодое. Не задерживайте хозяина. Он еще желание не задумал. Да-да. Вась, тащи молодых.
Василий Васильевич, ну пойдемте. А я его говорю еще раз. Здравствуйте. Поедешь в таком виде. Больше я с тобой разговариваю. Здравствуйте. Да. Очень Володя. Приятно. Ну-ка, молодежь, Володя. А то я отвык совсем. Володь, Василий Васильевич, Жень, тебе я за вас выпить хочу. Ну, за спасибо. Вас, дядя Вася. Спасибо. Бокал, ну вот что. Мы за Васю все выпьем. Позвольте, я с вами лично. Молчу. Вы простите, что я это сделал. Давай, не выпьем за Васю. Давай, миленький, выпьем за Васю. Леш, давай, спасибо. Честно говоря. Паша. Еще чуть-чуть. Как, вот. Вася, это отличный мужик. Да, спасибо. Давай, правильно? Ну, вот, давайте еще, дядя Вася. Ага. Я не знаю, как давай это тарелку. Будет. Давай тарелку. Ну-ка, товарищи! Ну-ка, быстро, быстро! Чуть не пропустили. Все, все, успеем. Ну, молодежь, с вами всегда так. Все, тихо. Друзья. С Новым годом! С новым Чёрт. Счастьем! Пусть вот наступивший год да. принесет скорее. С Новым годом! Бабушка! Давайте я за вас ухожу. Бабушка! А, ты что, проснулись? Это все бабка виновата. А правильно, давайте мы давай. Конечно, что вы так делаете? Жень, Василий Васильевич, давайте хорошо, хорошо. Давайте, давайте. Вася, ты куда? С нами давай. Все, так, ну давай. Детей не остановите. Организовывай, давайте. Я бегу к тебе, Агнеса.